Хорошо. Так, приношу свои извинения за сбой. Интернет отвалился. Хорошо. Итак, пошли дальше. Третья часть. Рекурсивный параллелизм на основе fork join или разная эксплуатация этого параллелизма, в том числе через параллельные стримы. Хорошо. Мы рассматривали сплитератор. Итак, в данном случае я беру класс stream support. Класс, содержащий разные методы, которые являются в том числе методами-фабриками. Ну, в основном тут одни фабрики мы видим. Хорошо. Которым, если дать литератор, из них каким-то волшебным образом делают стримы. Здесь все взаимоотношения между сплитератором и стримом намного сложнее, чем взаимоотношения между коллекцией итераторов. Хорошо. Итак, я даю long range. Что такое long range? Это вот long range. Экземпляр класса long range от 0 до миллиона. Это мой экземпляр класса сплитератор. Окей. Сейчас пока смотреть не будем. Так, хорошо. У нас получается следующее. Так, я сделал стрим общего вида. Хотя надо было подумать, образом сделать стрим лонгов. Так, вот тут я сделал все правильно. Наверное, вот тут при порождении где-то ошибся. Хорошо. Итого, стрим саппорт стрим, даю ему сплитератор. Говорю true, будет ли эта штука параллельной. То есть, может ли этот итератор порождать параллельные стримы? Я говорю да. В общем-то, здесь очень важно смотреть, мутирующий ли у вас источник данных. Такой высший пилотаж – это порождать стрим, который стрим им пользуется. На нем висят какие-то фильтры, мапы, форычи и так далее. И они в ходе своей работы набрасывают работу опять в стрим. То есть операторы, которые висят на стриме, в ходе своей работы загружают источник стрима работой. Такая получается положительная обратная связь в терминах теории автоматического управления. Вот, у нас этого не будет. Да, в таких случаях очень сложно с распараллеливаемостью. У нас такого не будет, у нас это фиксированный источник данных, который при создании сразу знает, какие элементы у него будут. Поэтому проблем с распараллеливаемостью не будет. Пишем true. Ставим parallel, фильтруем, делаем редукцию. Все должно работать. То же самое число. Хорошо. Давайте посмотрим на сплитератор. Так. Сплитератор, мой этот range лонгов, он имплементирует не напрямую сплитератор, а сплитератор of long. Это сплитератор для примитивов типа long. В конструкторе получает пару диапазонов. Хорошо. Дальше. Важнейший, да, методы. Какие есть? У нас есть метод. Сплитератор представляет собой задачу. Вот диапазон. Сплитератор... Так, ладно, давайте сверху вниз. У нас есть конструктор, который просто сохраняет значение задачи. Есть метод trySplit. Очень важно. TrySplit может вернуть новый объект такого же типа. То есть ожидается, что, ну, of long, это из наследования, да? В общем, тут может быть long range. Да. Ковариантность по возвращаемому типу. Так. Try split. Что делает? Try split рекурсивно делит себя. Но try split может вернуть потомка, причем одного. Если мы смотрели у fork join, в общем-то, нигде не закодировано деление на две части. У fork join четко я внутри метода compute recursive action или recursive task мог породить любое количество потомков. Я их форкаю, форк, потом к ним joinюсь, join, и жду их ответа. То здесь в API заколочено, что метод trySplit делит на две части. Еще раз важно, что метод trySplit, он не порождает двух потомков. Вот еще предок только сидит дома и ждет их результатов. Нет.
здесь можно сказать то, что оптимизация, которую можно и в Форжоне использовать, которая называется Tile Recursion, заключается в том, что мы не делаем две ветки, левую и правую, и ждем их выполнения. А у нас одну ветку мы порождаем и отдаем системе, а второй веткой становимся мы. То есть, когда у нас вызывает price split, мы порождаем левый интервал. Если у вас упорядоченные потоки, то важно именно в таком порядке. То есть, я возвращаю левый интервал от левой части from до середины mid. А себе оставляю правый интервал, середину интервала, от середины до правой части. Смотрите, вот если сюда присмотреться внимательно, я просто такой трюк встретил и не смог прямо его пропустить. То есть у меня вот здесь вот в передаче параметров, что происходит? Одновременно есть присвоение, то есть вот здесь я рассчитываю середину, mid, сохраняю его тут же в свое поле from, и оно же является параметром для вызова long range. То есть, возможно, наверное, я встретил такой код в примере, не смог удержаться. То есть, если со всеми его расписать, то будет порождение мида. Много строчек резко будет. Здесь, ладно, будет, потому что все хорошие джависты. Это 4 строчки, если расписывать по-другому. Если задача для меня достаточно большая, а у меня от критерия величины задачи вдруг стал почему-то единица, нет, миллион все так же. То есть, если мне дали диапазон больше миллиона, то я меняю свои диапазоны, беру себе правый подмассив и генерирую левый подмассив. Если я считаю, что интервал хорош для меня, я возвращаю null. То есть я говорю, что я не узел, я уже лист. Потом, у меня есть метод оценка размера. Оценка размера, надо смотреть на его, что там JavaDoc говорит, но он может возвращать неправильный результат. То есть тут то дело, что estimate. Вот. Посмотрим связь с size. В общем, я могу оценить свой размер. Размер задачи. Чтобы система, которая делает автоматически рекурсивное разбиение, она должна думать, нужно ли разбивать еще. Я могу оценить, у меня четко объем работы пропорционален ширине диапазона. Это не так, если данные у меня гетерогенные. То есть один элемент может по трудности стоить столько же, сколько миллион других. Хорошо. Есть метод характеристики. Здесь для ускорения метод характеристики возвращает int, где флагами выставлены некоторые свойства. То есть у сплитератора есть константы. Единица, 2,4, в общем, степени двойки. То есть это просто-напросто битовые флаги. Я их всех соединяю через или и возвращаю. Ну, тут они бьются, видимо, за ускорение сами разным образом. Итак, что означает, давайте просто встретить все флаги, которые мы можем выставить для данного сплитератора. А, так, флаги посмотрим чуть позже, давайте сюда еще. Два важнейших метода. Это попытка разбить, то есть может пользователь сплитератора спросить, какой у меня размер в каких-то единицах. Если ему хочется, он может вызвать у меня try split, после чего я, возможно, отделю от себя половину, а возможно скажу, что это достаточно большой для работы и просто буду работать. То есть я уже неделимый. Работай меня. И, наконец, метод работай меня. Try advance, которому дают потребителя. И в данном случае, что я смотрю? Если у меня диапазон широкий, то я передаю консюмеру один элемент из этого диапазона. То есть мне прилежал диапазон от 10 до 20, 20 не включая. После вызова этого метода мне прилежит диапазон от 11 до 20. То есть я пожираю кусочек своего диапазона. Мне дают консюмера, я ему скармливаюсь, вот беру левый диапазон, левую границу, я ее потребляю. И увеличиваю ее на единицу. Если же окажется, что после нескольких таких операций, то есть у меня левая граница ползет вправо, и интервал уменьшается. То есть если меня вызовут для 10-20, я верну 11-20, я сам стану 11-20, а верну true.
операция выполнена. Здесь же, например, если мой предел уже доплыл, я уже 20-20, то в таком случае я и останусь 20-20 и верну false. То есть Эдвардс говорит, кормил он элемент consumer или нет. Если он вернул false, значит он уже отработанный. Да, еще возвращает компаратор. Компаратор тут, опять же, такой сложноватый API, где очень легко ошибиться. Если, смотрите, тут нужно различать, что потоки могут быть, вот тут sorted и ordered я все время путаю. Сейчас будем стоять, то есть тут я могу ошибиться. Одно слово означает, что данные, которые у меня, их можно сортировать. В принципе, к ним применимо понятие сортировки. Ну, как по-нашему, то есть у них либо есть, либо они применят интерфейс comparable, да, как стринги, как интеджеры, либо же я даю вручную компаратор, и эти элементы можно сортировать. А второе, то есть если наши элементы сортируем мы, то второй вопрос, отсортированы ли они сейчас? То есть если у меня есть стрим лонгов, не отсортированных, то элементы сортируем мы. Мы можем к ним применить оператор сортировки. Но в данный момент они не отсортированы, это просто какие-то лонги. А могут быть еще и отсортированы. Это для чего? Потому что у стримов есть метод sort. У стрима вызываешь метод sort, вот еще получаешь сортированный стрим. И для этого важно, то есть для системы важно понимать, элементы, которые мы даем, можно ли их вообще сортировать. А после метода sort важно, продолжается ли он быть сортированным. То есть если у вас сортированный sorted stream, вы вызываете на нем метод, например, filter, то сортированность сохраняется. И это очень важно, потому что надо серьезно думать при нетривиальных задачах, как соотносуются между собой сортированность, уже отсортированность, и многопоточность. Ведь многопоточность подразумевает, что вы можете одновременно обрабатывать разные части. Но на выходе опять нужно собрать все в правильном порядке. Хорошо. Да, компаратор. Я либо его возвращаю, тогда я верну компаратор. Если я возвращаю null, это означает, что мои элементы сами имплементируют интерфейс comparable. То есть они говорят натуральный порядок. И я могу кинуть illegal state exception, если я имею в виду, что мои элементы не сортируемы вообще. Их нельзя сортировать. Ну, это copy-paste из JavaDoc. Итак, давайте смотреть еще чуть-чуть. Long range – это сплиттератор лонгов, то есть это источник потока, для потока лонгов. Конструктор он связал левые и правые концы. Потом, система может спросить размер задачи. Если она считает, что задача большая, то она вызывает попытку разбиения. Мы можем, если действительно мы тоже считаем, что интервал достаточно большой, мы говорим, окей, часть я отщепляю, левую часть отдаю, правую забираю себе. Мой from тоже изменился. Если я считаю, что расщеплять уже не стоит нет смысла, возвращаю null. То есть надо сказать, что estimate size, по большому счету, нужен для балансировки. Решение о том, расщеплять или нет, принимаем все равно мы. Ну, точнее, к нам обращаются, давай-ка попробуем расщепить. А мы говорим, да, окей, действительно, задача большая. Estimate size, то есть если это диапазон в лонгах, и на каждый лонг маленькая таска, то может оказаться, что 100 тысяч это мало. Если же это на огромное, ну, если это массив очень сложных объектов, то 100 тысяч очень много. Estimate size нужен просто, чтобы, когда у вас есть много веток, смотреть, что в одной задаче размер, допустим, 100, у какой-то 1000. Значит, то, что 1000, надо еще где-то 10 раз расщепить. Одну секунду. Так. Это... Если мы не хотим расщеплять наш диапазон, то мы его вот так вырабатываем. Нам дают потребителя и вызывают. Вызывают, мы говорим, чуть-чуть отдали. Потом говорим, все. Хорошо. Чем может быть наш сплиттератор? Наш сплиттератор может быть, это я просто перечислил все константы. Он может быть concurrent. Давайте теперь что-то значит. Характеристика, которая показывает, что источник элементов может быть модифицируемым со стороны.
То есть непосредственно в ходе работы стрима могут добавлять в источник для стрима элементы, удалять, заменять или удалять. Много, причем разным, большим количеством потоков без всякой внешней синхронизации. Но у нас такого нет. Наша штука вообще не мутирующая. Потом нас спрашивают. Характеристика потока, означающая, что для любой пары элементов x, y, x не equals y. Это нужно, например, если когда это выполняется, если у вас сплиттератор порождается от сета. В сете все элементы уникальны. Я объясню. Да, в данном случае, вообще говоря, лонги не уникальны, но в данном случае, поскольку я беру диапазон лонгов, я знаю, что у меня все элементы различные. Каждый следующий отличается на плюс один. Поэтому говорю, что да, они distinct. Для чего это нужно? Для чего это сообщаю? Очень просто, потому что у стрима есть метод distinct. Если мы возьмем, вот, например, я беру парадигмальный стрим, да? Piston stream точка off. Икону перечисления 1, 2, 3. Да? И вот здесь, смотрите, есть sort. А, sorted. То есть стрима можно вызвать sorted, после чего у нас появляется сортированный поток. Да, причем надо же понимать, что sorted объявлен в методе, генерифицированном в стриме. И вообще говоря, на t нет никаких ограничений. То есть вот здесь на t нет никаких ограничений. То есть в интерфейс ввели метод sorted и метод уникальный. Но непонятно, можно ли будет сделать сорт это или нет. Метод оставить уникальное. Он подразумевает, что у ваших элементов стрима корректно реализован equal. Да? Я могу сделать тут 1, 2, 1, например. Сделать сорт. Не сорт, это distinct. Потом сделать for each. Написать system out println. Вот это мы уберем. Только 1, 2. То есть distinct очистил дубликаты. Теперь, для чего нужно указывать, что distinct? Это в таком случае, если мы укажем, что наши элементы различные, то есть наш источник генерирует различные элементы. Это не всегда так. То есть, в таком случае, если кто-то снаружи вызовет distinct, это вернет на самом деле тот же самый стрим. То есть никаких вычислений не будет происходить. Если у меня был distinct стрим, я вызвал в нем оператор distinct, он не изменился. Если у меня был стрим уникальных элементов, и я вызвал метод filter, то после него у меня все еще стрим уникальных элементов. Чем это связано? Это связано с тем, что фильтр не должен менять порядка. Я только отбросил некоторые элементы. Уменьшение множества элементов у нас уникальность нарушиться не может. Я говорю, да, у меня уникальные элементы. Immutable. Я говорю, что характеристика, которая значит, что элементы, что источник не может быть структурно модифицирован. Элементы не могут быть добавлены. Да, да, у меня immutable. Как эти все флаги используются, надо детально изучать. То есть, если вы порождаете стримы своим сплиттератором, нужно серьезно в это погружаться. И подсказать системе как можно больше. Дальше, not null. Я сообщаю, что среди моих элементов не может быть null. Видимо, это в каком-то месте ускоряет вычисление. Да, у меня not null. У меня все лонги. Хорошо. Ordered и sorted. Ordered нам говорит о характеристике, что для элементов определен порядок. Но это не значит, что элементы в этом порядке. То есть мои элементы можно упорядочивать. Для потока, порожденного такого сплиттератора, имеет смысл вызов сорта. Вот. Sorted же означает, что текущий поток элементы следуют порядкам. То есть у нас не просто defined sort order, а элементы следуют этому порядку.
Хорошо, у нас следует, не следует, да, у нас сейчас следует. Мы указываем, что следует. Что это значит? Если кто-то вызовет на нашем на стриме, порожденном от этого сплитератора сорт, то ничего не надо менять. Наши элементы упорядочиваемы, и они уже отсортированы. Если у нас был random long, мы бы сказали, их можно упорядочить, но сейчас они не упорядочены. Порядок для них есть, но они не в этом порядке. Вот такая, то есть, возможно, вот такая комбинация. Не sorted и не ordered. Все легко. Это, например, люди без порядка. Вообще говоря, в общем случае, на людях порядок не определен. Просто люди. Хорошо. Вот это, например, рандомный поток лонгов. Лонги можно упорядочивать, но они не отсортированы еще. Вот такая комбинация невозможна. Не могут быть упорядочено множество, которое, для которого не определен порядок. И обе штуки, если у вас и порядок существует, порядок определен, и они находятся в этом порядке. Ну, у меня, да, у меня на лонгах определен порядок, да, сравнение, по величине. И сейчас они идут в порядке. Да, у меня они идут последовательно. Ну, у меня диапазон, то есть у меня там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, то есть они идут в порядке. Хорошо. Это очень важно правильно указать. Это рассказывает подковерной системе параллельных стримов, как и что можно разбивать. И что может стать в параллели, что нет. Еще раз. Concurrent. Нет, у нас не concurrent. Мы ничего не меняем. То есть мы об этом не сообщаем. Насколько я понимаю, тут да, флаги друг другу противоречат. Они независимы. Насчет ordered и sorted я сказал. Насчет concurrent и immutable. Вот тут тоже есть какая-то зависимость. То есть, если я сказал, что поток не мутирующий, наверное, не могу указать, что он concurrent. Вот если я не указал, то есть, комбинация следующая. Я говорю, поток не мутирующий, тогда он должен быть не concurrent. Потому что если я даю concurrent, это не имеет смысла. Я не мутирующий, но меня можно конкурентно модифицировать. Если же я не сказал, что я immutable, значит я mutable. Я мутирующий, дальше вопрос. Я мутирующий, но можно ли меня менять? Иначе или там нужно. Так, хорошо. И последнее, вот, sized. Sized и subsized. Sized – это характеристика, которая говорит, что у данного сплитератора метод estimateSize дает конечный размер, который соответствует правде. Здесь тоже надо разбираться, как это estimate size работает. Что надо возвращать, если ваш сплитератор не знает размер? Ну, например, если вы, собственно, ходите по интернету, выкачиваете страницы, их обрабатываете, в таком случае вы говорите, надо выкачать и распарсить все страницы сайта. И вы не знаете, сколько их. Estimate size не может ничего вернуть. Вы пока не сходили на страницу, пока не начали выполнять задачу, вы не знаете ее размер. Вот. Size означает, что ваш метод estimateSize работает верно. Он означает конечное число. Это конечное число, это не случайное число, а реальный размер задачи. Вот. Size означает, это характеристика, которая означает, что если у вашего сплитератора вызвать метод trySplit, то он поделится тоже на sized и subsized элементы. Видимо, бывают ситуации, когда у вас есть sized сплитератор. Сплитератор считает, что у него есть какой-то размер. Он говорит 25. Ты его делишь на две части, а каждая часть нашла по 18. Вы в оценке ошиблись. Ну, тут мне тяжело привести пример таких кривых ситуаций. То есть наш точно имеет размер, размер честный. И когда он делится, он получается такие же честные сплитераторы. Хорошо. Да, вот все работает. Сейчас кое-что еще посмотрим. Да, число то же самое. Все работает на моем сплитераторе. Хорошо. Да, еще давайте посмотрим один важный момент, на который я при работе с потоками не остановился отдельно. Ну, хотелось бы. Итак, смотрите.
Так. У нас есть стрим. Стрим. У него есть метод generate. Метод generate получает supplier. Supplier — это фабрика. Некая фабрика, которая из ничего делает что-то. Посмотрим. Из ничего делает что-то, то есть берет random и вытаскивает. Так, сейчас, секунду. Импорт это работает. Вот так. Нам нужен... Рандом рандом равно new. Так, извините. Рандом рандом равно new. Ну, будет не рандом, не совсем рандом, а такой промежуточный. Да, с нуля. Хорошо. И тут есть next. Да, lower bound. Хорошо, будет у нас от 0 до 7. Да, вот такая генерилка. Важный момент. У меня бесконечный поток интов. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Не знаю, зачем мне нужно 1, 1 из 8. Да? Теперь смотрите. Важный момент. Я делаю стрим. Точка. Я делаю, выбираю уникальные. Выбираю, мне нужно ограничить поток до бесконечный. Поэтому я беру, как там отрезать. Отрезать. Я заберу. Тип. Сейчас, секунду. Так, лимит. Лимит 10 штук. Только for each. Так, и здесь я даю system out println. Хорошо. Запускаю данную штуку. Все отрабатывает. Вот наши различные случайные числа. Да? Да, лимит 10 даже не сработал, по большому счету, потому что я брал уникальные числа среди 8. Поэтому тут всегда будет 7, 8, по большому счету. Давайте я. Значит, это бессмысленно. Какой-то, да, 5, 6, 1. Но смотрите, я заменяю distance на sorted, и я перестаю работать. Я запущу сейчас ненадолго и прекращу, иначе будет out of memory error. И поэтому наш не выполнилось. Я подождал 5 секунд, не выполнилось. Так, секунду, работает ли у нас? Раз. Работает. Какие гипотезы? Почему distinct работает, а sorted нет? Верхняя работает, а нижняя нет. Верхняя отрабатывает, а нижняя работает неограниченно долго, причем со временем вылетает out of memory error. И принципиально эта штука выполниться не может. Она сожрет всю выделенную память, тогда упадет. И происходит следующее. Смотрите. Операторы на стримах бывают immediate, а бывает, не помню, как второе. Не так. Я не помню, как эта классификация у них называется, по-человечески. Да. Если я ставлю нижнюю программу, я не выведу ни одного числа, а упаду по out of memory error. Если я ставлю distinct, то я какое-то время работаю, а потом падаю по out of memory error. Ну, не данная программа. Вот если я так сделал, вот так. Верхняя будет работать и упадет по out of memory error. Вот так верхняя будет работать вечно. Объясняю. Как работает sorted? У нас есть стрим элементов. После того, как сделал точку sorted, должен быть стрим отсортированных элементов. Но, чтобы выдавать стрим в отсортированном порядке,
надо выкачать весь предыдущий стрим, отсортировать его внутри, и тогда начать возвращать элементы. Я говорю, мне нужно всего лишь три, но это будут три самых маленьких. Пока весь предыдущий стрим не будет выкачан внутрь сорта, и там не будут выбраны лимиты, то есть даже если они в системе знают, то есть они вот эту всю цепочку палят и говорят, а, нужно просто три, не нужно сортировать все. А мы выводим на печать только три самых маленьких. Тем не менее, это означает, что все элементы из стрима надо выкачать в сорт и тогда брать три самых маленьких. Однако у нас бесконечный стрим, он генерируется рандомными числами. И мы теряем здесь ленивость. Сорт теряет всякую ленивость. Он должен все выкачать и отсортировать. Уникальность же поддерживается, может поддерживать дешевле. Тоже плохо, но дешевле. Из стрима выкачивается элемент в дистинг, где запоминаются в дистинге все уникальные элементы. Если новый выкачанный элемент совпадает с одним из старым, его не сохраняют, а качают новый. То есть, когда я вставляю прокладку дистинг, то числа качаются из стрима, и пока это дубликат, их выбрасывают. Как только это не дубликат, его возвращают наружу. Это означает, что если в потоке много уникальных элементов, то дистинг потребляет, поток, полученный вызовом дистинг, потребляет столько памяти, сколько уникальных элементов через него прошло. И вот оказывается, что если я генерирую числа целые от 0 до 8, ну от 0 до 7 включительно, то размер дистинга его памяти будет всего лишь 8 элементов в худшем случае. Если же генерирую случайные интри, то при долгой работе, ну, когда лимит 3, конечно, нет, длина работы 3. Если же тут убрать лимит, то со временем потребление памяти внутри этого оператора будет нарастать. Ну, в худшем случае придется хранить в памяти 4 миллиарда оберток над интеджером. Если ваш хип это выдержит, то значит вы здесь не упадете. Если не выдержит, то вы упадете. Хорошо. Что у нас еще? Это сплиттераторы. Где еще появилось... если вы хотите... с точки зрения Java-DE-шника, деньги платят, в конце концов, за Java-DE. За многопоточность платят редко. Значит, с точки зрения Java-DE-шника, выгоднее получать деньги, эксплуатируя чужие библиотеки. Я на этом акцентировал внимание, показываю разные библиотеки, разные стили. Вот. Погружаться самому в глубины рекурсивного параллелизма не очень эффективно. Вы изучите, погрузитесь, потом не будете использовать, через 3 месяца все забудете. Я сейчас показываю разные интерфейсы, как FortJoin и параллельные стримы эксплуатируются теперь в новом дизайне GDK 8. Вы должны просто знать места, где уже... для вас красиво, фактически декларативно работает многопоточность. У вас просто у метода появились префиксы и параллел. Вызываете параллел, все работает в параллеле. Если вы хотите глубоко изучить, то я рекомендую вам залезть внутрь и разобрать, во-первых, как работают стримы, когда под ковром у них вызывает точка параллел. И как работают данные методы класса arrays. Итак, у нас есть у arrays три различимых метода, это parallel sort. Параллельная сортировка, параллельный подсчет префиксов, параллельная установка. Параллельная сортировка, как работает внутри, то есть попытка разобраться, если хотите, погружайтесь. Но здесь сразу видно, что parallel sort под внизу под собой держит fork join, судя по классам. Опять же, смотрим рекурсивность. То есть если наш размер массива меньше какой-то границы, в данном случае в качестве границы взяли 8000 элементов. То есть они считают, что сортировка массива до 8000 элементов еще делается в одном потоке. Какой-то у них тут специальный квиксорт такой волшебный. Иначе они делают через FortJoin распараллеливание. Если сюда погружаться, то там начинается ужас. Сортировка нетривиальная, да еще и с нетривиальным распараллеливанием. То есть разбирать вот это, ну вот, вот это безумие. Кто хочет, разбирайте. То есть
Это хороший способ посмотреть, как чемпионы должны использовать fork join. Нормальные люди в нормальной жизни фактически таких трюков не вытворяют. Да, можно увидеть, что здесь используется их sorted, хотя тут вот в аббревиатурах везде fork join, но их sorted не fork join task, не fork join, не recursive task, не recursive action. Они используют одного из потомков, counter completer, который является fork join task. Это очень серьезный класс, у которого много странных методов. Хотите, разбирайте. Автор утверждает, что если на ряде задач, когда у вас приходится разбивать задачу на огромное количество мелких кусочков, эти кусочки должны выполняться, то использование counted completer может дать прирост в два раза по сравнению с прямым recursive action и recursive task. Но, видимо, это какая-то очень странная задача, если у вас разбиение и слияние результатов такое, так много занимает времени. Вот, они его экстендят, и дальше начинается безумие. Вот. Мы разбирать не будем, потому что в жизни, скорее всего, никто это не повторит. Вот. В смысле, в жизни не придется повторять. Параллельная сортировка. Параллельный подсчет префиксов. Я сходу не скажу, где это может быть полезным. Но, видимо, для каких-то алгоритмов бывает такая польза. То есть, когда массив с элементами, допустим, А, Б, С, Д, заменяется на вот такую кумулятивную сумму. Первый элемент сохраняется, во втором сумма двух, в третьем сумма трех, в четвертом сумма четырех и так далее. Надо понимать, что, смотрите, я не знаю, кому нужно. То есть, надо читать в интернете, кому может быть нужна такая операция. Однако, заметьте, что parallel prefix напрямую, как бы он не параллелизуется в лоб. Потому что если я, вот у меня массив A, B, C, D, я считаю отдельно на левой части, отдельно на правой, то видно, что, ну, вот этот массив не равен вот этому. Потому что здесь параллельный префикс — это уникальная задача тем, что с одной стороны ее как бы в лоб, если подумать, нельзя считать в параллель, а вообще говоря можно, если схитриться. То есть считается на каждом куске вот такая сумма. А потом фактически можно взять здесь левый элемент и добавить ко всем правым элементам. Непонятно, будет ли какой-то выигрыш на самом деле. Более того, можем разбить так на многие части. То есть, если задуматься, то можно распараллелить, но тут как всегда. То есть, на части действий параллелизм работает, на части не работает. Хорошо, parallel prefix. Заходим, кому нужен. Тоже вот какое-то такое безумие. Вот. Да, тоже решается на counter-completer. Counted Completer. То есть вот этот Counted Completer, Completer, с которым появляется такой безумный код, вот, это с точки зрения производительности более правильный метод использования fork join. Но вот этот ужас отталкивал людей раньше. То есть, когда говорят, что fork join надо эксплуатировать через Counted Completer, то приходится писать вот такой код. И в 8 Java ввели параллельные стримы, которые тоже, это более дешевый способ с точки зрения, чтобы не сойти с ума, для программиста эксплуатации fork join. Вот, тоже можете разобрать, но тут, то есть, я не думаю, что это педагогично это разбирать. Вот. Вот parallel set. Тут все легко. То есть у массива есть параллельно, смотрите, что я хочу. Типичная задачка, да, я хочу, чтобы у меня элементы массива были 10, 11, 12, 13. Каждый элемент массива, суть десятка плюс индекс массива. Когда это может встретиться, то есть, если у вас значение элемента, это функция от индекса. Типичные примеры, вам нужен массив растущих чисел. Массив 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Или массив, идущий по синусоиде.
да? 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 2, 1. Ну, нагрузку вы на что-то делаете волнообразную. Да? В таком случае вы просто хотите, то есть вы даете массив, parallel set, и даете функцию, которая от индекса элемент массива рассчитывает. А внутри реализовано это через параллельные стримы. То есть такая простая операция можно делать через параллельные стримы. Вот, появляется instream, range, я использовал long stream, здесь instream. Я говорю, создание поток интов, от нуля, поток именно интов, от нуля до размера массива, это будет поток индексов, распараллель его, что там происходит под капотом, разбирайся сам. И для каждого сделай следующее. Это индекс, это же у нас int range, вот этот range, это поток индексов. Вот, допустимо, от нуля до array length. Да, если range closed, он бы включал этот элемент, это уже плохо, index out of bound exception. Range полуоткрытый справа. Точка parallel for each. И теперь по индексу массива действия. Что хочет for each? For each хочет inconsumer. Кто такой inconsumer? Это кто просто пожирает данные. Мент accept, ничего не возвращает, потребляет ваш int. Это int consumer. Int. Default это реализованный. Как работает метод for each? Он получает пожирателя и скармливает ему поток. Значит, вот тебе мы скармливаем, то есть мы вот здесь вот задаем параллельный поток индексов, и для каждого индекса работа. По индексу какая работа? Элементу массива с этим индексом присвоить генератору, то есть на самом деле это не генератор, это функция. А, оператор. Да, что-то назвали генератор, на самом деле он не генератор, он рассчитывает по индексу новое значение. Вообще говоря, это функция, просто странная, от индекса в элемент. Да, вот. К чему? Посмотрите на эти методы, то есть в принципе, если вы проектируете свои структуры данных, вы могли бы порождать структурам данным также параллелизуемые операторы. Вы делаете хэшмап, надо в параллели ее обходить, искать некий элемент. Ну, не среди ключей, а среди значений. Хорошо. Что еще можно посмотреть? Это у concurrent hashmap появилось много уже параллельных методов. Где эталонно и согласовано с реализацией concurrent hashmap. И эталонно с точки зрения на поточности они реализованы. То есть можете опять посмотреть, просто они опять жуткие для разбора. Посмотрим, как это выглядит. Примерно о чем речь. Что-то вот такое безумное. Такое вот безумное что-то. Во что погружаться просто двойной вложенностью циклами и так далее. Какой еще больше вложенности? Давайте посмотрим. Две типичные распараллеливаемые операции. Во-первых, есть редукции. Давайте снизу начнем. Reduce case, даешь количество, здесь я даю количество ядер. Я не выделяю такой пул потоков. Я просто сообщаю, как бы, сколько ядер я хочу, чтобы эта система заняла. Каким должно быть это число, фактически можно проверить только на практике. Все ядра, половина ядер, просто 4, например, чтобы было расчетверение. Зависит от того, например, сколько одновременно занимается, вызывается параллельных методов. Reuse case просто берет и делает редукцию на ключах. Да, методов, на самом деле, много здесь методов и reduce, если посмотреть. Reduce на сущностях, то есть парах ключ значения. Reduce исключительно на ключах. Reduce исключительно на значениях. Ну и какие-то вот тут мутанты с примитивами. То есть здесь я просто посчитаю сумму ключей в хэшмапе. В concurrent хэшмапе. Вот я даю оператор редукции. Посчитаю. Хорошо. Есть метод search. Да, надо понимать, что редукция, она пока не обойдет все элементы. То есть она из всех элементов считает какое-то коллапсирующее значение.
оставляет между всеми скобки и потом начинает эти скобки рассчитывать. Есть метод search. Search тоже очень много. Поиск по ключам, поиск по значениям, поиск по ключам и значениям, тоже поиск по ключам и значениям. Только метод search entities получает в руки экземпляр map entry, а просто search получает не экземпляр ключа, а экземпляр значения. То же самое, чем отличается Search? Search запускается во много потоков. Я вот тут говорю приблизительное количество как бы ядер, которые купировать. Я даю какую-то функцию, которая в данном случае функция. Если эта функция возвращает null, значит она не нашла. То есть получив ключ и значение, возврат null означает, что не нашла. Возвращение чего угодно не null, ну, я ищу ключ. Если я возвращаю не null, его возвращают вот здесь. Значит, я нашел. Search распараллеливает вычисления по хэшмапе. И как только какой-то лист нашел решение, все остальные ветки рубятся. Смотрите, тут две небольших... Извините, это не пропаганда. Так. Метод редукции. Смотрите, вот у нас есть дерево, да, с элементами. Мы знаем, что по дереву есть обход в ширину, обход в глубину, это да. А здесь немного другое отличие. Да, у меня дерево бинарное, но это ничего не значит. Вот. Метод reduce. Он требует, чтобы были обойдены все листья. Из пары листьев их обсчитают, подымут значение вверх, сделают редукцию здесь. Будут ждать, подымут вверх. Тут будет ждать. Теперь эти двое ребят обошли, то есть независимые потоки. Тут, допустим. Обошли, передали значение наверх. Тут сделали редукцию, передали значение наверх. Наверху теперь левая и правая часть сделали редукцию, вернули. Я разошелся, на листах висят потоки. Ну, скорее всего, листов больше, чем потоков. Они отработали, передали значение наверх, их наверху посчитали, свернули. Метод search работает похожим образом, когда разбрасывают задания. Теперь на каждом листу возвращает null, null, null. То есть не нашли, не нашли, а кто-то из них вдруг нашел, он вернул не null. А вот тут еще работают. Метод search приводит к тому, что теперь, если здесь нашли, то всех остальных должны зарубить. Хорошо, с этими ветками знают, что они уже зарубленные. Вот эту ветку нужно убить, не потреблять больше ресурсов. И это значение, оно выдавливает и его возвращают. Именно его. То есть метод search не требует редукции. Он ищет единственный элемент. Он не делает, не слепляет элементы в кучу. Он ищет единственный элемент, и как только он его нашел, он прибивает все остальные живые ветки. И вот тут уже counter-completer нужен, потому что как остановить чистый for join, вообще не очень понятно. Там, изнутри находясь. Хорошо. Давайте посмотрим пример counter-completer. Эксплуатации. Ага, так, нет, ладно. Так, что у меня с руками плохо. Ага. Комплитер очень большой класс, с очень большим количеством кода и специфичных методов. Это такой мощнейший примитив. Java к нему просто поражает размерами. Мы какой-то отдельный пример посмотрим. Разные примеры, совершенно разные сценарии. Вот. Нас интересует вот этот серчер. Давайте его разберем. Так, я просто не успел вот эту часть при подготовке чуть-чуть не успел доделать. Я знал, откуда я возьму, как я буду смотреть. Так. Так, он будет...
на ходу я так быстро не встретил. Так, на что бы еще стоит обратить внимание? В чем преимущество потоков перед Так, смотрите. У нас получается примерно следующая как бы картинка. У нас есть fork join. Вот он. Будущее у нас вот там. Прогресс и прочее. Это fork join. Параллельные стримы находятся вот так с точки зрения пользователя. Это параллельные стримы. Вот. Параллельные стримы, они реализованы на форк-джойне, да, но это больше. То есть почему у нас вот эта область не перекрыта? Ряд трюков, которые мы можем делать с форк-джойном, используя особенно counted completer, мы не можем делать с параллельными стримами. Конкретно прерывание выполнения действия, обрубывание веток на дереве, потому что с параллельными стримами мы дерево никогда явно не имеем. Что появляется? Это область, совпадающая те задачи, которые мы сегодня смотрели. На параллельных стримах сделали свой стрим на сплиттераторе, на форк-джойне сделали. Что есть такого у параллельных стримов, чего нет у форк-джойна? Параллельные стримы, вообще стримы, это ленивые сущности. Даже параллельные стримы. Это позволяет нам работать с бесконечными стримами. Это позволяет нам генерировать элементы по требованию. Смотрите, параллельно генерировать элементы по требованию. Fork join это, по сути дела, видоизмененный, тупой, просто итеративный пул потоков. Вы нагенерили тасков, бросили, они все крутятся. Они сейчас все работаются, да, у вас поэтому в руках фьючер. Но ленивость означает, что каждый раз, когда вы хотите получить элемент, его для вас рассчитывают. А параллельная ленивость, что если вы захотели пачку элементов, каждый раз, когда вы хотите элементы, много, быстро, но ограниченное количество пачечек, для вас одновременно это вычисляет во много потоков. То есть в пул потоков не высыпали все таски, а сыпнули чуть-чуть, они вычисленные. Вы как буфер выбрали, тут же высыпят еще в параллельный пул. Давайте посмотрим на это. Итак, смотрите. У меня есть генератор бесконечного количества нулей. Да, тут у меня многострочная лямбда. Если в лямбде есть точка с запятой, то есть есть строки, да, то я обязан ставить фигурные скобки. Я из ничего, generate кого хочет, generate хочет сапплайера. Кто такой сапплайер, поставщик, у него есть один метод get, который возвращает генерированный сапплайер. Вот. Поэтому это мой сапплайер из ничего возвращает вот какой-то наш t. Type inference выкрутился, решили, что это integer. Тут написал integer, и да, действительно, 0 это integer. Тут L, конечно же, все разваливается. Так, это моя идейка начала выкаблучиваться, и поэтому она пишет на русском. Перезагружать неохота, уже чуть времени осталось. Итак, многострочная лямбда. Каждый раз, когда у моего оригинального стрима будут дергать элемент, он будет писать get, а потом возвращать нолик. Конечный поток ноликов. Теперь смотрите. Сейчас. Смотрите, я сделаю вот так. Запущу. Ни одного раза get написан не будет. Я создал стрим, у которого, если будут брать числа, то он будет печатать get. Но мы числа из него не брали, поэтому ничего не напечатано. Потом я оригинальный стрим, породил из него новый стрим, который все пропустит все числа, кроме 42. Получил стрим, но оригинальный стрим ни разу не дернули. Потом я построил стрим, который есть отображение оригинального стрима через toString в строке. То есть интегеры сменились на стринги. Я каждому элементу делаю конкатенацию пустой строки. Потом я обрезаю кусочек и говорю, ну это бесконечно, я хочу отрезать 3. Так вот, здесь, надо понимать, я порождал стримы от стримов от стримов, но я ни разу не породил ни одного элемента. Это важный элемент, что у меня вот есть сплиттератор, ну или что-то, который будет порождать элементы.
На него натягивают стрим. От него создают новый стрим. От него создают новый стрим. Новый стрим. Они все пустые. В них нет данных. И только когда с конца вытащат элемент, идет цепочка колбеков. Этот стрим спрашивают здесь. Этот стрим спрашивают здесь. Этот стрим спрашивают здесь. Этот стрим спрашивают здесь. Отсюда возвращают значение. Давайте по-другому нарисую. Важный момент. Работа с бесконечными структурами данных. Итак, вот у меня пошла команда. Какой-то товарищ вытягивает элемент. Он говорит, я хочу элемент, вызывает метод. Storage. Вызывается метод здесь, вызывается здесь, вызывается здесь, вызывает генератор. Генератор возвращает данные. Данное пошло, 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 и, возможно, где-то его забраковали. Например, метод фильтр не пропустил. Но тут же вызвали метод. Поэтому назад идет другой поток команд. Новый, говорят, не-не, черт, элемент отфильтровали, спросили. Отсюда говорит, окей, вот тебе элемент, вот-вот, держи его, вот такой. На, новый, пошел, не зарубили, пошел, вышел. И каждый раз, когда там в конце потребляют элемент, его подкачивают из оригинального источника. Это видно следующим образом. Смотрите. У меня источник сгенерировал 0, его потребили. Вот это println. Вот это get я пишу вот здесь, в оригинальном источнике данных. В supplier. Нолик печатают вот здесь. For each. То есть получается for each дернул. Там напечатали нолик, я его потребил. Он дернул опять, напечатали нолик, я потребил. Дернули опять, напечатали нолик, потребил. Давайте еще один интересный покажу. Так. Это плохим. Живет своей жизнью. Так, давайте посмотрим. У нас будет generate. Ну пусть будет generate. И generate. Он будет вводить внешнее состояние. Int state равно нулю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Хорошо, ладно. Так мы можем показать. Не равно нулю. Программа может повиснуть. Я сейчас на спину не скажу. У нас идет бесконечная генерация гетов. Я вызвал println для всех. Ни один ноль не напечатался. Тут огромное количество гетов. А все вызываются и вызываются геты. Вызываются и вызываются и вызываются геты. Вызываются и вызываются. Вот. Получается, программа отлимитирована тройкой, без ничего, без сортировки, работает бесконечно долго. Почему? Потому что фильтр рубит все элементы. Получились биения вот здесь. То есть фильтр рубит элемент, каждый раз запрашивает в источник, оттуда выдают 0, 0 идет, фильтр его рубит. Они опять спрашивают, опять говорят 0, 0 рубят. И получается, у меня вызов одного элемента породил бесконечный как бы такой управленческий цикл. Туда идут все на управление, оттуда данные. Данные рубят. Опять управление данные. Так, хорошо. Собственно говоря, мы посмотрели. Давайте краткий итог и закончим. Итак. Есть ряд плюсов использовать рекурсивное разбиение на подзадачи. Есть ряд плюсов и ряд минусов. Рекурсивное разбиение на подзадачи возможно не только на основе библиотеки ForkJoin. Но также мы смотрели, например, на параллельных стримах, также можно на библиотеке АККА, на акторах разбивать. Также можно самим придумать алгоритм, ну, как бы, когда решение мы принимаем не сразу, на сколько частей разобьем задачу,
А мы, начиная выполнять задачу, локально получив данные, принимаем решение разбить ее на несколько частей. Причем, когда мы бьем части, мы можем дожидаться их выполнения. Это не всегда нужно, но иногда может быть. Хорошо. Надо понимать, то есть четко для себя, что рекурсивный параллелизм, хоть на основе стримов, хоть на основе форк джойна, имеет как плюсы, так и минусы перед Java и Concurrent. С одной стороны, если автор, во-первых, чаще всего меньше нужно примитивов. Вам не нужны re-entrant локи, countdown latch и так далее. Меньше вариантов ошибиться. Однако на сложных сценариях мы не понимаем, что происходит. То есть как на самом деле происходит разбиение. Что происходит, например, ярчайший пример, который у форк-джойна и у параллельных стримов уже очень сильно теряется. Что происходит, как вам жить? С этим можно разобраться, мы не будем разбираться. Хотите, разберитесь. Как жить, если некоторые задачи гнилые? Что может подразумеваться под гнилостью? Задача работает бесконечно долго. Или же задача работает достаточно долго. Вам надо отделять. То есть у вас есть задачи, которые работают микросекунду. Есть задачи, которые плохие, работают 2-3 секунды. А есть задачи, которые работают вечно. Вообще вы повисли. Это раз. Второе, задачи могут кидать exception. Если exception означает, что все плохо начальник, то надо, наверное, прервать выполнение и вернуть этот exception. Если exception много, первый, который сгенерировался. Ситуация может быть хуже. Это когда вы получили exception, который означает, что надо попробовать еще раз. В таком случае дешевый для, с точки зрения пользователя API, неявный его способ параллелизации. Вообще непонятно, где, куда вставить какой-то код, или как перепитать fork join или параллельные стримы, чтобы они могли вернуться и выполнить задачу, попробовать выполнить задачу еще раз. То есть, если в процессе разбиения задачи на подзадачи на каком-то листе задача была плохая, надо кинуть exception, чтобы откатились, попробовали еще и еще раз. Например, 3 попытки. Вот. Кроме того, я все время 100-500 раз повторял, что есть обалденная библиотека ForkJoin со всем шизанутым классом CountedCompleter, который очень тяжело понять, по нему мало видео, мало книг. Хитрость в том, что напрямую его используют только совсем сумасшедшие ребята, которые реально, ну, это уже крайний случай. Вот. Хорошо. Изобрели нам API в виде параллельных стримов, которые с точки зрения API совершенно другие, но целиком обращаются к ForkJoin в реализации своих возможностей. Что очень важно, к параллельным стримам добавили ленивость. Это позволяет работать с бесконечными структурами данных. Ну, например, можно перебирать все возможные шахматные позиции. Да, это не бесконечная штуковина, но с точки зрения out of memory error это бесконечная штуковина. Скорее всего, все шахматные позиции вряд ли, ну, нельзя хранить в хипе. Ну, это точно, я уверен. Хорошо. Сколько это там? Петабайт. Ленивость позволяет работать в концепции генераторов некоторых, когда элементы создаются, преобразуются, обрабатываются по требованию. Хорошо. Однако нужно быть осторожным, потому что ленивость может быть уничтожена. Мы смотрели на примере метода sorted. Если мы его вызываем, ленивости конец. Sorted обязан выкачать весь предыдущий поток, отсортировать и выдать самый маленький элемент. Потом следующий, потом следующий. Означает, что вызов sorted ломает ленивость. Он все высасывает. Есть похожий метод distinct. Он не высасывает все, но он, пропуская сквозь себя данные, запоминает все пропущенное. То есть, когда качаешь данные, у него объем памяти нарастает. Для того, чтобы фильтровать и отдавать уникальные элементы, ему приходится запоминать отданные элементы. Если мы пропускаем небольшой поток, у которого разнообразные слова и маленькие, от 0 до 8, то здесь все просто. То есть, объем памяти фиксирован. Если это какие-то случайные строки, то память может нарастать, нарастать, нарастать. В этом случае надо отличать выполнение оператора distinct от того, как мы это обычно делаем, как это делается на коллекциях. Одну секунду, сейчас мне надо ответить.
Извините. Мы хоть там еще пишем. Раз, 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 раз. Окей. Так. Дистинг чем отличается от такого типичного способа эксплуатации? Как создают уникальность джависты до этого? Я напишу так. Смотрите. У вас был, например, лист, да, чего-то. Рингов. Неважно, просто у вас был лист. Вы кого-то получили. Теперь вы хотите, чтобы он был, там были уникальные элементы. Что вы делаете? Вы делаете set, set равно new hash set вот этого листа. Прелесть в том, что у всех коллекций есть и конструктор от коллекции. У хэшсета есть конструктор от collection. List является collection, его передают. И хэшсет, да, кстати, ваших элементов должен быть корректно реализован метод хэшкод. Пропускать через хэшсет. Вот. Можно и тресетом, конечно, тогда компаратор должен компарировать. Хорошо, пропускается, и вот тут у вас остались уникальные элементы из этого листа. Однако, обратите внимание, лист является ленивой структурой данных. Лист уже содержит все элементы. Можно, конечно же, обмануть. Можно лист сделать ленивым. У листа уже будет size. Ну, тут ничего не сделаешь, он уже знает, сколько элементов. Но элемент под индексом 1, 2, 3, там, 123456 генерируется, когда вызываете get этот элемент. Однако, вот такой трюк заставляет выкачаться весь лист. Потому что по своей психологии хэш-сет, он не имеет источника данных. Хэш-сет содержит все данные. В конструкторе мы даем источник данных. Да. И он в конструкторе целиком высасывается и помещается внутрь сета. Это приводит к тому, что если лист даже был ленивый, то мы так переопределили, так унаследовали и так определили интерфейс лист. В методе get происходит отсроченная инициализация элемента. То вот здесь оставим, мы уже получили раннюю инициализацию. А здесь же получается, что на стримах наш дистинкт, он сохраняет ленивость потока. Это важно в ряде задач, то есть пока у вас маленькие цепочки, это не важно. Если многопоточность тяжело отлаживать, дебажить и прочее, то когда она становится неявной, особенно в параллельных стримах, фактически нужно просто хорошо знать матчасть и не допускать ошибок. Потому что если вы неверно используете API, то вы легко можете потерять всякую распараллеливаемость. На самом деле. Вы можете потерять легко ленивость, потерять распараллеливаемость и прочее. Хорошо. Все, вебинар окончен.